поздравляю Артема с победой. Насколько ожидалось, что с таким счетом «Спартак» закончит матч? Было ли трудно, может быть, легко? Да ничего не ожидалось. Нам просто надо было пройти следующую стадию. Естественно, после последнего поражения в Кубани. Болезнь, я думаю, во всех одноклонах. И для нас, и для болельщиков, нам нужно было просто пройти. Мы это и сделали. Понятно, что это крупный, но, я думаю, не важно. Потому что мы прошли дальше. Обычно «Спартак» со скрипом начинает выступление в Кубке России. Сегодня же, наоборот, на классе, налегке, 7-0, красивый счет, игра. Опять же, наверное, показатель того, что ребята серьезно отнеслись к этой игре. Все видели, сейчас результаты посмотрели. Мало кто легко выиграл. Там многие команды из премьер-лиги. Я смотрю, «Самара» с Тамбовым, «Багари», «Зенит» уже дополнительно время сыграл. Поэтому, я думаю, это было закончено. Тренер сумел ребят настроить, и они серьезно отнеслись к этой игре. То есть сегодня команда была сверхмотивирована, да, после особенно Кубани? Естественно, после Кубани нужно было все непонятно. Мы там не то, что реабилитировались, кубок, это отдельная тема, но абсолютно есть все, как понимают. Сегодня было пару моментов в первом тайме, и во втором вроде бы «Волга» практически не подходил. Насколько было тяжело вратарю вот такие матчи проводить? Не знаю, у каждого вратаря, наверное, мне кажется, все равно, как бы игра не была, работа, все равно морально устаешь. Сегодня так же устал все. Перед «Зенитом» «Спартак», наверное, подходит в отличном настроении, физическом, психологическом, либо не стоит уделять внимание? Настроение, но не стоит говорить о настроении. Все понимают, какая игра предстоит. Поэтому спокойно готовиться к физическим задачам. Артем... Артем Романов Шоков сегодня, получается, не очень сказал. Видите, и Велим Попов забил. Говорят, вот как вот сегодня отсутствие Романа? Нет, Роман в основном состава. Я считаю, один из лидеров нашей команды, поэтому я не стал говорить. Играл, мы дали просто отдохнуть, потому что мы за сборную. Играл и чемпионат, и кубок, поэтому это нормально, но не стал бы говорить, что с ним, без него, опять же, он один из лидеров нашей команды. Артем Дзюба сегодня после кубка сказал, что припас гол для «Спартака». Как относишься? Посмотрим. Да, пока. А вкусный борщ, Тарас? А? Вкусный борщ, Тарас? Борщ замечательный. Вкуснее нигде не ел. А пару лет там назад таким же был или стал вкуснее? Не знаю, а ну как, для меня как все вкусно было, так и осталось. Вкус у всех разный, поэтому. Ну, спасибо.